привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня в рубрике «Первый взгляд» мы посмотрим Infamous Second Son. Одна из первых игр с реально генералом Графонием на первых ролях. Надо сказать, что я не являюсь большим поклонником серии, потому что я в свое время играл и первую, и вторую часть. Не могу сказать, что остался от них в полном восторге. При этом надо сказать, что первую часть, когда выходила, она конкурировала с прототипом, и должен признать, она его положила просто на лопатки. Там было огромное количество интересных идей, приятная по тем временам графика и занимательная фишка с моральным выбором. То есть реально от ваших действий зависело, как будет развиваться сюжет. Но где-то к середине игры она становилась очень однообразной и, на мой взгляд, очень скучной. Вторая часть в сторону от этого никуда не шагнула. И вообще больше походила на довольно большой аддон к первой части. Там чуть-чуть улучшилась графика, сменился город, но игра осталась абсолютно той же самой. Поэтому не сказать, что я ждал Infamous Second Son, это значит соврать. Я к нему относился как-то с прохладцей всегда. Давайте же посмотрим, сможет ли игра переубедить нас за эти полчаса, что мы посмотрим ее. Биотеррористы. BSA сейчас прибежит и всех арестует. Сегодня первый транспорт с задержанными биотеррористами покинет стены тюремного центра Кердон-Кей и направится в военную тюрьму, расположенную на севере штата Вашингтон. Окей. Хороший день, по-моему, вышел Metal Gear Ground Zero, с которым мы прошли только что на канале. Вышел Infamous Second Son. Как говорится, то пусто, то густо. Реально, игры такого класса, выходящие в одно и то же время, это проблема, потому что не знаешь, во что же именно поиграть. Но, скажем, Metal Gear оправдал все мои ожидания. Infamous, я думаю, как минимум порадует великолепной графикой. Я уже вижу, что она реально очень крутая. Сейчас вообще модно у разработчиков Sony измерять процентами, сколько они использовали мощности PlayStation 4, допустим, Killzone Shadowfall, когда вышел. Говорили, что он использовал порядка 15-20% мощности консоли, что все еще впереди. Разработчики Sucker Punch говорили что-то о 30%. Если на 30% она выдает вот такое, то я думаю, в ближайшие лет 5-6 будут очень красивыми. Герой у нас новый. Коу куда-то исчез. Так, держите беспроводной контроллер боком. Окей, потрясите баллончик. Любопытно. Хорошо, что мне нужно закрасить? Видимо, как-то по трафарету, что ли? Окей. Он пририсовал этому политику какие-то пончик и пистолет. Хорошо, что еще от меня требуется? Я вроде сюда красил, что хотел. Так, ну, ладно. Давайте продолжим. Не знаю, дальше уже вроде все и так вполне неплохо. На самом деле управляю я этим всем гироскопами. Какого-то черта у меня сегодня с горлом происходит. Так, теперь нам нужно сделать нестандартное довольно начало, я должен отметить. Но довольно прикольно, потому что управлять это очень круто. Хорошо. Все построено на гироскопах. Так, вроде так. Ну, вышло довольно плохо. Искусство — это преступление. Вот черт. Думай, Делсин, думай. В игре традиционно для игр от Sony собрание в длинном доме. Очень неплохая локализация. Потусуюсь, и будет не алиби. Да я просто гений преступного мира. При этом, как это принято у Sony, она неплохая, но не более того. Временами актеры просто читают по бумажке. Офигенно, блин. Эй, кто здесь?
Да я это, Бетти. Да уберите вы степлер, ну серьезно. Ты что тут бродишь? В длинном доме же сейчас собрание. Ну, у меня сегодня что-то настроение не тусовочное. А вы потрясно смотритесь, просто блеск, правда. Что ты там делал на крыше, а? Да ничего, просто... Опять хулиганил? Открывай, я знаю, что ты там. А ну выходи. Сейчас я позвоню Бетти, она через 5 минут будет здесь с ключами. Допрыгался парень. Ну ладно, Бетти, вы что, меня сдадите? У меня нет выбора. Он же коп. Через 5 минут буду здесь с ключами. И если тебя застану... Спасибо, Бетти. Но это в последний раз. Пойду в кабинет. Чувствую, мне сейчас позвонят. Хороший бок. Так, ладно. Ему что, заняться больше нечем? Найдите черный ход с консервного завода. Легко. Давайте первым делом посмотрим на графику. Выглядит все как надо. Просто обалденно. А что там? Нужно валить отсюда. Сборочный цех для... Что это, пивной завод, что ли? Ладно, пойдем. Привет, свобода! Теперь самое легкое. Пойти в длинный дом и обеспечить алиби. Хорошо. И как же мы это сделаем? Прыгать вниз? Так, аккуратно. Приятная музыка. Пока что вроде мы в сравнительной безопасности. Окей. Маленький гопник. Уйдите вы! Что это было? А, мне показалось, видимо, это был просто отблеск. Так, тихо. Тут мы можем замочиться. Но не сделаем этого. Кто-то накакал на эти доски. Так, а нам лучше пойти налево. Фу, чайка нагадила. Но и не говори. Уже полпути. Так, готово. Теперь мы пойдем по этой... По этому дереву. Только мне нужно запрыгнуть на него. Управление, в принципе, сразу не вызывает каких-то вопросов, все интуитивно понятно. То есть, как-то единственное было с этим баллончиком с краской, но тоже так примерно. Как он в таких кедах по мокрому песку бегает? Знаешь, все, сколько убьются просто. Сколько же мне тогда лет было? Так, идем сюда. Это нам не нужно собрать случай? Нет. Я думаю, что это какая-нибудь коллектаблс или что-то в этом духе. Кыш отсюда! Чуть не упал. Ну, довольно стандартно. Мы это видели уже в миллионе игр. Infamous, тот же самый. Uncharted, Assassin's Creed. Принц Персии. Да много, Кастельвания. Не смотри! Я в последнее время такой брюзгаю, что если вижу что-то, что я уже видел много-много раз, а меня реально раздражать начинает. Сразу пока хочу сказать, идет по плану. Я отношусь к игре довольно предвзято. Ну, то есть я знаю, что будет качественно, но не так, чтобы прям великолепно. И для многих это покроется чувством эйфории от графония, потому что... Потому что когда выходят новые игры на новые консоли, люди, как правило, радуются. Привет. Приятного вида. А я тут тебя уже обыскался. Ну что, может зайдем? Да что ты? Ты хоть представляешь, какой это позор арестовывать собственного брата снова и снова и снова? А ты перестань его арестовывать снова и снова и снова и снова. Думаешь, это смешно? Нет, ты я не думаю. Ты такой след хочешь оставить в мире? Так ты чтишь память родителей? Актами вандализма? Слушай, в мире полно всякой реально стрёмной фигни, и пока я тут развиваю свой талант, Развиваю свой талант? Ты хоть вот слышишь, почему что ты несёшь? Такой, Реджи? Ну давай, чего ты объясни. До меня докопался? От какой реально стрёмной фигни ты нас спасаешь? Я бы тебе объяснил, если бы ты меня послушал! Не правда, я-то не в курсе! Реджи! Что? Смотри.
Хрена себе. Он специально что ли делал? А, вон оно что. Я догоню тех двоих, а ты не подходи, сейчас рванет. Не подходить, машина взорвется. Понял? Хорошо, конечно же мы его послушаем. Что тут забыть? Парень, ты как? Слушайте, он непростой, видите, в нем эта самая фигня. Охренеть, а? Спасибо. Уж думал, подохну там. О, коп! Эй, отпусти! Отпусти его и держи руки на виду, ты понял? Я никого не трону. Мне надо текать, пока ее нет. Я сказал, пусти его, или я стреляю. Рэдж. Господи! Говорю же, я никого не трону! Он явно видел, что произошло с этим мужиком. Рэдж? Да, что офигеть. Здесь творится? Рэдж, вы знаете, Рэджи. Это становится интересно. Вау, что произошло? Это что такое? Я не... Что за фигня? Хорошо. А я так что перемещаюсь? Что происходит теперь? Со мной? Боже мой, нет! А я могу просто бегать? Или хватит, я... Хватит, хватит! Я сейчас улечу вниз. Что со мной? Что это со мной? Охренеть! Охренеть! Я больше не хочу! Рэдж! Рэдж, ты мне очень нужен! Так, отсюда мы не пролезем, похоже. Нет, я пройду здесь. Чтобы просочиться между... Да что ж такое? Рэджи! Рэдж! Он там в погоне, похоже. Япона, мать. Нет! Рэджи! Рэдж, ты живой? Делфи, что это было? Я тебя вытащу! Ты же... Я тебя вытащу! Да, да, ладно! Помогай мне толкать! Так, хорошо. Нажмите, удерживайте кнопку сенсорной панели. Господи! Нет, нет, нет! Вот, брат, и увидел, да? Я ничего не могу с этим сделать, Рэджи! Я ничего тихо, не могу! Тихо! Спокойно! Дыши носом! Дыши! Ничего! Ничего! Я один из них! Я нет, один из них! Нет! Даже не думай! Нет! Нет, ты мой брат! Слышишь? Ты мой брат! Да! А это все пройдет! Я обещаю, мы тебя вылечим! Ты меня понял? Ты понял меня? Да. Нам надо бежать! Поймать этого биотеррориста, пока он не добрался до наших. Понял? Да. Держись. Ты мне нужен. Ладно. Ну что? Ладно. Давай. Порядок? Да. Идем. Хорошо, погнали. В итоге, я так понимаю, как обычно, придется выбирать свою сторону. То ли мы за закон, то ли мы за этих парней. Я бы до тебя даже добраться не смог, если бы не... Обещай, что этого больше не будет. Ладно, ладно. И не думай, что с тобой произошло что-то хорошее. Нет, наоборот. Блин, какая Сюрис! Красивая игра. Мы не можем войти! Кнопку заело! Бетти все еще там. Обалдеть, замок расплавился. Заперто. А он-то как пролез. Бетти? А он просочился. Как это? Сейчас покажу. Делфин тоже биотеррорист. Ну вот, теперь все увидели, это было довольно нет, глупо. Он не... Ну вот, когда об этом узнает племя, начнется паника. Ну иди, успокой народ. Так, я за помощью. А ты проверь, там ли Бетти и где биотеррорист. Будь осторожен. Кто знает, на что способны эти уроды. Хорошо. Ага.
Эти уроды. Так, наверное, я так думаю, можно тут просочиться. Окей. Это любопытно. Вентиляция? Понятно. Хорошо, я наконец-то могу нормально бегать, потому что только что мы двигались рывками. Плохо дело. Ух ты! И даже не больно? Это что еще Бетти? Такое? Вы где, Бетти? Держитесь, Бетти! А, там? Так, не получается. Так, хорошо. Должно сработать. Пусть это будет сюрпризом. Как-то вот так, да? Окей, Бетти, надо спасать бабку. Уходите, бабуля! Не подходи ко мне! Да я помочь вам Нет, хочу! Не приближайся! Стой! Стой! Делсин! Я просто хотел внимание отвлечь! Я ж не знал, что тут люди! Что ты со мной сделал? Ты проводник? Бетти, я потом все объясню. Уходите отсюда, ладно? А? Ну, я валю! Нет уж, верни все как было! Они как-то сливаются со знанием. Я полжизни провел за решеткой. Ничего, мне сбежать, расплюнуть. Главное дождаться счастливого случая. А когда пришла сила, меня вообще стало не поймать. Только Дес до меня добрался. Да, для нашего брата у них особая тюрьма. Они придумали, как нас повязать, чтобы мы силу применить не могли. Но зато им пришлось самим кормить нас, мыть, даже задницы нам подтирать. Нет, так жить нельзя. Нельзя. Не очень. А еще там была эта рыжая курва, фанатка иголок и скальпелей. Говорила, что ставит на мне опыты, садюга. Но кто мотает не первый срок, тот знает кое-какие трюки. Нужно только потерпеть. Рано или поздно они облажаются. Кто-то недосмотрит, кто-то сболтнет лишнего. И когда эта стерва нас троих посадила в фургон, я понял, вот он, мой счастливый случай. Окей. Ты как это? В башку ко мне залез. Я ничего не делал. Ты видел, да? Видел тюрьму Дес? Попадешься, тебя туда упекут. Эй, стой, стой, стой! Я не собираюсь, стой, стой! Уйди ты, пацан! Отвяжись! Черт. Нет уж, я не отвяжусь. Упрямый. Верни все как было! Вот так и задумаешься. Я не в курсе. То ли это дар, то ли это проклятие. Похоже, тебе пора текать. Почему? Ты же проводник, биотеррорист. Теперь твой девиз «Спасайся, кто может!» Лично я смываюсь. И хрен ты меня остановишь. Так, хорошо, надо восстановиться. Я почему-то сразу подумал, что мне дадут стрелять, но пока не дают. Так, родной, что же у нас с автонаведением? Кто тебя просил? Я не отвяжусь! Верни все как было! Да ничего уже не вернешь! Тогда покажи мне, как этим управлять! Нету времени! Сюда едет Дес, и она знает, где меня искать! Хоть прислушался бы, это, по-моему, вполне здравые мысли. Так, окей, ну что ж ты бежишь-то? Далеко не убежишь, родной. Этот пожар отвлечет их маленько на пару минут. Я сваливаю. Не хочу загреметь в Кердан-Кей. Я не боюсь. Они гонятся за тобой, а не за мной. Сынок, тебя видели. Тебя здесь знают. Она умеет развязывать языки. И при этом продолжают бить друг друга цепями по лицу. И светская беседа такая. Хорошо, где ты куда-то делся?
Удачи, пацан. Ну нет. Не хватало тут сдохнуть среди селедок. Так, хорошо. Давайте по-быстрому. Слушай, отпусти меня. Просто дай мне уйти. Никто об этом никогда не узнает. Ну подожди, постой. Давай погоди. Эх ты, Хэнк. Как же ты меня разочаровал. Ну, все вроде путем, да? Я этого проводника выманил, а вы его сцапали. Вы все молодцы, ребята, молодцы, да. Биотеррориста. Хэнк Дотри. Биотеррорист. Проводниками. Их обычно называют только такие же, как они, предатели. Ты ведь не предатель? Правда? Ну... Вроде как нет. Ты нервничаешь? Нет, вовсе нет. Обычно люди нервничают по одной из двух причин. Либо они трусы, либо им есть что скрывать. А может, я нервничаю при виде красоток, а? Ты был с этим биотеррористом один на один. Он с тобой ничем не делился? То есть... Он что-нибудь рассказывал? Может, поделился какими-нибудь теориями заговора? Нет, он ничем не делился. Я рада. Рада это слышать. Видишь ли, мы ведем с биотеррористами бой. Не на жизнь, а на смерть. И моя задача — любой ценой добиться победы. Но забавно выходит. Вы же сама биотеррорист, так? Да. Правда. Говорят, клин клином вышибают. И теперь мне ясно, что ты не трус. А значит, все-таки что-то скрываешь. Что? Что вы делаете? Так нельзя! Рехнулись, у меня есть права! А я уполномочена игнорировать права граждан в случае необходимости. Вот, например, как сейчас. Спрашиваю еще раз. Что произошло? Я вам уже сказал, ничего. Говорят, это больно. Эй, может быть, я подскажу? Нет, Бетти, нет, не надо! Да ладно. Будешь молчать. Что ж, раз ты не хочешь со мной разговаривать, я поболтаю с этой милой старушкой. Только учти, бетон дурно влияет на старые кости. А если с ней не выйдет, я найду еще кого-нибудь. И еще, пока не узнаю правду. Ну, скажешь мне что-нибудь? Или лучше обратиться к твоим друзьям? Непростая ситуация. И, как видите, первый выбор. Ну, конечно. Я проводник. Что? Я сказал, что я проводник. Ясно? Только что заразился от этого парня. Заразился? Очень смешно. Ну, Бетти, может, вы мне честно ответите? Ах ты, тварь. Да, говорят, это больно. Какая же стерва. Ну ладно, тут даже сама... Сама эмблема говорит о том, что есть выбор. Как голубой, так и красный. То есть как хороший, так и плохой. И здесь такого будет много. Ну ладно, сдались. Теперь я вижу, что это была ошибка. Люди, очнитесь!
Где он? У нее дома? Вы на пути к тому, чтобы стать героем. Хорошие поступки повышают вашу репутацию, а плохие наоборот. Ну, знаете, вот я всегда в первую очередь обращаю внимание на детали. Здесь деталей реально хватает выше крыши. Несмотря на то, что это довольно обширная локация, она просто забита всякими интересными... Что происходит? Кусочками жизни обычных людей. Даже на стуле он лежит какой-то... Длинный дом превратили в больницу? Телефончик, что ли. Сколько я был в отключке? Это не зеркало? Похоже на зеркало, но, как обычно, отражения мы не дождемся. Да ладно, это мелочь. Ник, эй, что случилось? Я думаю, это камень, бетон. Какого черта происходит? Рентген. Ничего себе. Как она могла? Сколько людей она ранила? Обалдеть, прям в череп, в позвоночник. О, жесть. И никто не остановил ее? Так, этот ноутбук случаем не полезен ли нам? Похоже, что нет. Да, не сладко вам пришлось. О, господи, Бетти. Выздоравливай скорее, Бетти. Ты очнулся. Это Августина вас так. Ну, ты думал, я тебя так просто возьму и сдам этой бабище. К тому же, я давно подумывала сделать пирсинг, это нынче модно. И что остальные? Твари. Эй, а Камиши? Своих не бросают. Никто из нас тебя ни в чем не винит. И ты не вини. Эй. Не надо стыдиться себя. Что делать? Ты таким родился. Главное, что... Я один из них. И другой. Не такой. Как эти биотеррористы, которые убивают людей направо и налево. Ты славный парень. Просто иногда у тебя из пальцев идет дым. Да. Только из-за этого дыма все и пострадали. Эй! Ну только не начинай. Если ты будешь сидеть тут и ныть, я лучше посплю. Мне нужен отдых, чтобы поправиться и снова встать на ноги. Вздремну немного, раз ты очнулся. Не переживай, все будет хорошо. Правда? О, видишь. Хорошая женщина. Я все исправлю. О, боже, Делсон! Слушай, я боялся, ты уже не встанешь. Из-за куска бетона? Да ну брось ты. То есть быстрая регенерация тоже входит в твой... комплект? А, кстати говоря, что там с этим дымом? Все прошло? Да не знаю я. Не проверять же прямо тут, в длинном доме. Ну да. Пускай люди спокойно выздоравливают. Что-что? Нет, Делсин. Они уже никогда не поправятся. Они умирают. Ты откуда знаешь? Брат, это не я придумал. Это сказали врачи. Их слова. Они говорят... Извлечь осколки можно только с помощью той же самой силы. Что? Да.
Но это ж была Августина и ее чертов бетон. Да. Ну пофиг. Значит, мы с тобой едем в Сиэтл и берем ее. Эй, стоп! Чем берем-то? Твоим неотразимым обаянием? Я понимаю, ты здорово башкой треснулся, но разве ты забыл, что ее не проняла твоя харизма? Реджи. Я виноват. Мне и расхлебывать. Нет, Делсин, ты только на ноги встал. Ты хочешь помочь, но врачи четко сказали... Чтобы вытащить осколки, нужен кто-то с такой же способностью. То есть? Августина нам не нужна? Нам нужна ее сила. Ну и к чему ты клонишь? Ну, я же типа губка для суперспособностей. Взял дым, теперь надо взять бетон. А вдруг это просто случайность, а? Ты подумай, между тобой и Августиной стоят бойцы ДЭС. Сколько их? Тысяча? Да, где-то примерно так. В машине объясню. В машине? У тебя нет машины. Ах, в моей. Это все довольно печально. Что за люди? Короче, я все спланировал. Смотри, мы въедем в город, соберем все силы, какие найдутся у тамошних проводников, заодно на Space Needle заскочим, всегда мечтал, и летим домой на всех парах. А ты не думал, что мы въедем в город, а город может нам в ответ тоже въехать? Ты чё несешь? Что я несу, Делсин? В Сиэтле живет 500 000 человек, которые и так от биотеррористов настрадались. Думаешь, там тебе будут рады? Но я не такой, как они, ясно? Ага, я же не буду никого убивать. Я всех спасу. Я буду как Супермен. Ясно. Исцелять недужных. Слышь, герой, ты что, ждешь парада в свою честь? Проснись. Ну, ты не парься, Дэл. Что-нибудь придумаем. Вылечим тебя. Вылечим? Ну, стрелять дымом из пальцев не совсем нормально, да? Если я не как все, это не значит, что меня надо лечить. Ясно? Ван Гог был ненормальный. И Ганди был ненормальный. Так ведь Ганди никого и не пугал. Согласись, а биотеррористов люди боятся, они мутанты. Тебе вдолбили в башку эту... Чушь. Класс. Офигеть. Ну? Что это? Видимо, дальше идем пешком. Там такое ощущение, что блокпост какой-то, но он полностью вообще в руинах. Что у тебя? Зашибись, ты только посмотри. Знаешь, если ты сомневаешься, я не буду... Шутишь? Это же офигенно! Это катастрофа. Это самозащита. Блокпост поставили, чтобы их ловить. Да потому что они биотеррористы. Ну, их этот блокпост не остановил, и меня не остановит. Ну, помимо того, что игра просто вообще волшебно выглядит, она еще и довольно интересна в плане сюжета. Совершенно не ожидал, но сюжет реально цепляет. Сюжет — наше все. Хорошо, какого черта здесь произошло? Ух ты, как Вегас после бомбежки. Так вот он, корень зла. Окей, наконец-то. Теперь мы можем стрелять у врагов. Эй, ты живой? Живой? Да я живее всех живых. Кажется, я узнал новый фокус. Ну-ка. Так, сюрприз. Так, надо привыкнуть к управлению, чувствительность что-то какая-то интересная. Боже мой. О, да, гораздо круче старых. Делсин, это совсем не круто. Нам надо решить твою проблему, а не усугубить ее. Его можно понять, да? Кристина сидит сложа руки? Мне нужно качаться, если я хочу выйти биться с бетонной леди. А я этого хочу избежать. Слушай, можно ее по-другому прищучить.
По-другому? Это как это? Я кое-кого знаю в Сиэтле, в том числе в полиции. Они могут нам помочь. Опять у нас выходит, что прилетел волшебный Реджи и всех спас. Да я... Это не твоя проблема, а моя, понял? Эй, кто-нибудь! Слышите меня? Вот, смотри. Наш герой довольно туп. Хочешь кому-то помочь? Спасай прекрасную даму. Это не... Сюда! Ладно. Ладно, пойдем оба. Хорошо. О, нет-нет, ты нужно... иди играй в суперкопа, окей? А я через минуту догоню. Ладно, но только никуда не уходи. И ради бога, ничего не трогай! Я буду трогать, что захочу. Начнем с тебя. Но он забавный. Так, Резюка, собирайте энергосколки, остающиеся. Окей. Так, держим тачскрин. О, хорошо. Да, вот это точно может вызвать привыкание. Красть на самом интересном месте. А, может, энергия. Надо заправить дымовой бензобак? Хорошо, как это сделать? Порядок. Ага, вот оно как работает. Так, ну и где-то там. Ага, это подойдет. Минус два. Так, возьмем твою. Вот, круто! Надо будет прикольно. Посмотреть, может, и в городе такие найдутся. Хорошо. Ваш запас дымовой энергии, чтобы пополнить, найдите источник дыма. Так, еще где-то четвертый летает. Пока не вижу. Ну тут пипец, как будто на бульдозере проехали. Это ты, что ли? Окей. Довольно странно, он залип в стене. Элсин, давай сюда. Ты ни за что не догадаешься, что там пищало. Иди сюда, понял? Тут автобус с медиками застрял. Так, хорошо. Вот эти отблески от камеры, отблески на полу, все очень круто выглядит. Я уговариваю их вылезти из автобуса, но они не хотят бросать оборудование. Ну скажи, чтобы держались, я их вытащу. Делсин, я знаю, что ты задумал. Не смей. Я только что вынес эскадрилью квадрокоптеров. Автобус уж как-нибудь раскопаю. Уничтожьте бетонные препятствия. Окей. Так, это надолго. Нужно что-то придумать. Нажмите на Option, чтобы перейти в меню улучшения. Нажмите на X, чтобы развернуть меню улучшения. Хорошо, пепельный взрыв. Нажимайте удерживать R2, чтобы накопить мощный заряд золы. Хорошо. Да, я супергерой! Делсин, я же просил! Извини, Редж, но из-за моих подвигов тебя плохо слышно. Так, все, довольны? Делсин, я не... Ой, не слышу. Может, звук отключился? Прикольно. Так, продолжим. Ну все, дальше путь свободен. Докатимся до Сиэтла с ветерком. Брательник, конечно, такой излишне правильный, а Делсин сам такой вообще безмозглый какой-то. Но это взрывоопасная комбинация, может быть весело. Эй, Регги, открывай давай. Ты издеваешься, что ли? Алло? Делсин, есть проблема? Тут, короче, пассажиры видели, как ты выделывал свои фокусы. И? И они тебя боятся. Что? Я тебе говорил, народ не очень любит биотеррористов. И что они хотят, чтобы я сел в последнем ряду как неудачник? Нет, они хотят, чтобы ты вообще не садился в автобус. Ты им тут не нужен. Если ты поедешь, они все выйдут. Ну и пусть выходят, мне пофигу. Я сейчас вообще эту дверь вынесу. Не смей, даже не думай. Эти люди никогда еще такого не видели. Они боятся. Ясно? Можно их понять. Да поехали уже! Сэр! Да погодите вы! Слушай, я перевезу их через мост и вернусь за тобой, ладно? Это 5 минут.
Извини, но не могу я тебя впустить. 5 минут. Ну, не знаю, я брательника не поддерживаю в этом вопросе. Он их спас только что. Надо было просто им вправить мозги немножко. Охреневший просто. Ты на телефоне навигатор включи, на случай, если придется разделиться. А, то есть, как сейчас? Окей, теперь у нас есть карта. Но мы все еще не добрались до города. Что это? Любопытно. А, какой-то как меч. Это что за суперсила? Внимание! Скоро начнется запланированное выведение из эксплуатации моста номер 520. Это плохо? Всем пешеходам и транспорту приказано... Ага, будем иметь в виду. Делсин, я переправил их на тот... Деск. Уходят с моста. За тобой вернусь. Реджи, ответь. Что происходит? Алло? Все не очень хорошо, как я понимаю. Эй! Помощь нужна? О, черт! Биотеррорист! Эй! Эй, тут мутант! Че ты орешь? Ай! Не-не-не-не-не-не! Мародеры. Но они везде прям. Отличная штука. Быстрая регенерация. Ну, давайте попробуем. Слушайте, я просто иду по тоннелю. Сейчас раздадим. О, хорошо. Драка примерно по тому же принципу работает, что Batman Arkham Asylum. Теперь мой. То есть наводишься на ближайшего врага и пипец, и все. Вау, просто раскидало. Хорошо. А, треугольник, чтобы репутацию героя, квадрат, чтобы казнить. Видишь, мы не монстры. Расскажи людям. Да пипец, перед этим порвал целую дюжину, наверное, людей. Внимание, запланированное выведение из эксплуатации мастера. Начнется немедленно. Это было последнее предупреждение. Это супер. А, что-то с машинами здесь как-то есть интерактивность? Реджи! Реджи, что происходит? Давайте пополним и посмотрим уже, что там на самом деле происходит. Вау, 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 вау! Офигеть. Это что сейчас было? Мост взорвали, да? Что там творится, Реджи? Ну, брат, отвечай! Вот это да. Это был мост? Офигеть. Не просто взорвали, а это похоже бетоном этим, что ли, как-то. Какого черта вообще? Я так понимаю, наш герой, как и Коул, не может находиться в воде. Иначе почему бы не переплыть? Не знаю, посмотрим. Рэдж, я... Я думаю, мы и тут перелезем. Ладно, погнали. Вау, обалдеть. Ну, ретранслятор, твори свою магию. Что-то новенькое, да? Прыжки. Это тоже попробуем. Хорошо. Так, для этого мне нужно
Встаньте на машину и подпрыгните. Давай следующую партию, космос. Отлично. Так, так, спокойно. А я так с машин только могу делать, что ли? Ну да, похоже на то. Так, это мне пригодится. До города еще довольно далеко. А думаю, мы выберемся. Так, тихо. Двойной прыжок? Или что? Типа планирование какое-то. Так, подпрыгните, а затем удерживайте их, чтобы парить. Окей, отлично. А геймпад почему-то играет музыка. Реджи. Делсин, мне сказали, что вы с братом решили поехать в Сиэтл. Бетти, я лучше перезвоню. Ладно, будь осторожен. Удачи. Ладно, держись. Да офигеть, вообще это так круто. Совершенно не ожидал. Понял. А, давай, давай, родной, давай, давай, давай. А, черт. А, надо было с машины. Так, хорошо. Нормально. Да офигеть, это вообще возможно? Я, по-моему, опять не туда полетел. Чёрт побери. Хорошо, я же видел машину. Что ж я так... Так, хорошо. Вот так доберемся. Так. Прыжок, погнали. Рывок. И полетели. Все как надо. Так, прости, машина. О, чёрт. Забористая такая дорожка. Я понял. Хорошо, надеюсь, раньше времени ничего не упадет. Да офигели там вообще, что ли. Вау, 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 вау. Что-то совсем все плохо. Господи, автобус. Реджи! Живой, смотри. Он один выжил? Помогите Реджи, пока он не упал. Давай по-быстрому. Давай, родной, давай. Помоги мне. Че, опять руку свело? Делсин. Скотина. Ладно, ладно, давай. Держу. Спасибо за помощь. Зацени. Ого. Ты привыкаешь к новым симптомам? Да. Единственный минус только в том, что... Нету минусов. Это просто офигенно. Правда? Нет минусов? А как насчет тех вооруженных ребят? Вон там, видишь, тебя ждут. Не минус? Ну-ну. Короче... Пока непонятно. Может, они тебя и не засекут, ведь ты же необычный биотеррорист. Обычный? Не-не, если ты про баранов, которые выстраиваются в очереди перед сканерами... Нет, Реджи, я необычный. Ты знаю. Видел меня на мосту? Да видел. Мы их на раз уделаем. А давай сначала попробуем мимо них тихо пробраться. Как тебе план? Чтобы нас потом не искали по всему городу. Ну ладно, ладно, ладно. Давай по-тихому, как скажешь. Обещай, что будешь вести себя спокойно и сдержанно. Тебя это правда волнует? Может, парни из Деза и не такие сильные, как ты, как настоящие биотеррористы. Но их способностей вполне хватит, чтобы тебя прихлопнуть. Знаешь, ты испортил мне все удовольствие от поездки. Народ, что тут вообще... Под колпаком, как я посмотрю.
Сиэтл. Последняя игра, которая была в Сиэтле, это, по-моему, Walden Conflict. Хорошая игра. Сколько я был в отключке? Неделю. Ого, так Дес поставил все это за... Да. Они не скучали. Это прям Хелгасты, прям Хелган. Значит так, когда пройдем, я загляну к друзьям-копам. Может, удастся получить доступ к базам данных. А ты пока сиди тут и не высовывайся. Они могут занервничать, если я приду к ним с биотеррористом. Ладно, босс. Просто ждать? Но он, очевидно, ничего не делает, так что придется самому идти. Здравствуйте. Это зарегистрированное оружие. Я из полиции. Хорошо. Сюда. В автобус не пускает, с друзьями не знакомит. Нормально прошел. Нас этот сканер, я так что-то думаю, не особо пропустит. Но выдохнем. Пожалуйста, приложите палец к сканеру. А, я понял. Вот. Как мне это... Геймпадом нужно вертеть совершенно в непонятных направлениях. А, вот, все понял. Я свой палец приложил. Представляете? Неплохо. Обработка. Обнаружен проводник первого уровня. Разрешено уничтожение. Вас немного? Делсин, беги! Нет, нахрен! Куда бежать? Не высовывайся! Не учи ученого! Вредно держать все в себе! Куда? Как же удовольствие? Редж на башнях! Вижу! Так, окей. Нормально. Машина. Хорошо, мне что, их всех перебить нужно? Сейчас сделаем. А здесь как-то с чувствительностью довольно странно. Надо будет к этому привыкать. Давай, покидайся мне еще. Так, хорошо. Есть вероятность огрести. А все будет нормально. О, черт. Так, бро, вставай. Не время. Да. Мои хорошие посылы в итоге привели меня к плохому. Ну, Делфин, что? Беги! Нет, нахрен! Делфин, не высовывайся! Не учи ученого! Короче, пока что я могу сказать, что в игре очень хорошая графика. Как это приятно. Реально хорошая, очень красивая. Временами здесь просто пачка отвешиваешь и смотришь на то, как они вообще это сделали. Хороший сюжет. Реально интересно смотреть за этим придурковатым главным героем, потому что... Ни в чем не виноваты! Вау, сейчас меня убьют. Он реально временами себя как конь какой-то ведет, просто так подумать. Ни манер, ни воспитания, ни мозгов, но при этом понтов выше крыши. Это довольно забавно. Так, хорошо, надо дым взять. Но именно в плане геймплея, потому что я пока посмотрел, как я и говорил, все в... Вау. Все, в принципе, довольно серенько. То есть, каких-либо откровений не ждите. С другой стороны, я думаю, для многих настолько хороший графон искупит практически все недостатки. Да я и сам ее с удовольствием пройду. Но в целом, повторюсь, как-то без откровений. Абсолютно тот уровень, который ожидал. Просто очень хорошая игра на один раз. Так, ладно, тебя можно вылечить, что ли? Давай. А, тебя вырубить можно. Хорошо, кто это у нас там? Стрелок такой.
Так, вы все сдаетесь, да? Мы разделились. Ты как? Я зашибись. Как ты и сказал. Сижу тихо. Ладно, не привлекай внимания. Я позвоню, если что найду. Вставай. Хорошо, и вот мы, похоже, уже в городе. Первый раз попали в него. С чем я вас и поздравляю. Я, на самом деле, долго ждал этого момента. Что ты целишь там? Ну-ка, падай. Потому что именно хотелось вам показать открытый мир. Я его сам еще не видел вместе. Погодите, с вами. Мы сейчас посмотрим его. Я вас не трону! Народ нас все равно боится. Я думаю, если мы будем совершать хорошие действия, то в итоге они будут нас на руках носить. Но я, как правило, если играю, то в основном играю за полного говнюка, потому что это очень весело. Не знаю, посмотрим. Пока что вижу, что, ну, блин, реально хорошая игра. Просто не ждите от нее чего-то там сверх. Помните демонстрацию Watch Dogs на E3? Самую первую демонстрацию, то есть... как там рвало... мозг от графики, но в итоге графику Watch Dogs урезали, и сейчас она выглядит не слишком хорошо, можно так сказать, в сравнении с тем, что, скажем, было то, что есть. Делфин, это реально какой-то пастген. Я получил доступ к базе данных. Короче, глаза и уши у Деза повсюду. Ну, тогда выколем эти глаза и отрежем уши. Так, вижу тебя на GPS. Рядом их мобильный штаб. Если выведешь его из строя, им будет гораздо сложнее за тобой следить. Мобильный штаб, понял. Слышь, а как я его узнаю-то? Это такой большой бронированный фургон с телекоммуникационной аппаратурой на крыше. Хорошо. Нашел вроде. Крутая тачка с огнями и металлической хренью наверху. Так, хорошо. По краям должны быть панели для вентиляции. Их надо разбить, тогда ядро перегреется и откроется. Ладно, разбить боковые панели. Понял, этим мы успеем заняться. Короче говоря, Watch Dogs, в итоге графику ухудшили, и сейчас вот я вижу в новом Infamous именно тот уровень графики, который обещали там, но не смогли сделать. То есть выглядит реально очень вкусно, так посмотреть. Те самые отражения, та самая... Я тут что-то бегаю вообще бессмысленно, навожу тревогу. Короче, графический уровень технодемки с E3 Watch Dogs достигнут. Это, по-моему, круто. Так. Но именно по геймплею пока что все достаточно стандартно. Так, они довольно быстро меня выносят, среди прочего. У меня закончился дым. Нужно найти какую-нибудь машину и подпитаться с нее. А еще лучше какой-нибудь генератор. Хорошо, осталось понять, где мне это можно вообще добыть. Ну, первым делом, ты вот умрешь, допустим. А вот, похоже, эту хрень нам нужно сломать. Так, ладно, ребята. Первый. А, все, я бой глушканул. Так, вау. Парень, вставай. О, черт, меня сейчас убьют опять. Хорошо. Ну, как-то вот так. Да блин. Так, ладно, сейчас маленько все подуспокоится, а мы за это время отсюда, допустим, сможем что-нибудь добыть. Это было не очень умно, по-моему, бить по ящику со взрывчатки. Но, по крайней мере, свою порцию дыма я сейчас получу. Окей. Хорошо, теперь как нам сломать эту хрень? Там уже опять хватает ребятушек. Еще дымок. Сетли как-то неспокойно. То есть, если раньше у нас было электричество, как вы помните изначально, то теперь огонь, дым и все в этом духе. Это то, что нужно. Так, родной, иди сюда. Далеко не убегай. Прости, прощай. Так, теперь. Как-то так. Процесс почти пошел. Так, ладно, надо текать. Довольно больно стреляет, вы заметили, да? Реально болезненно. Твою мать. Вы же так меня убьете. Аж музыка печально играет. Ладно, посидим маленько. Отдохнем.
Хорошо, у нас опять нет дыма. Я думаю, это небольшая проблема. Не ломается так. Так, этот умер, а этот еще шевелится, но ненадолго. Некоторые проблемы есть в камере, она очень часто, я заметил, показывает не то, что хочется. Что это? А, это я их заглушил, типа, понятно. Так, вырубил. Вырубил. Да блин, они продолжают набегать. Откуда же вы беретесь в таких количествах? Хорошо, пока он там стреляет, я думаю, надо попробовать как-то доломать эту ерунду. А так просто она не сломается, да? Хорошо. Давайте еще дыма наберем тогда. Помни, нужно найти и уничтожить мобильный штаб. Это облегчит нам жизнь. Я понял. Я только не знаю, как... А, уничтожьте вентиляционные решетки по бокам мобильного штаба. Все. Понято. Так, ну вот, допустим... Тебя. Тебя. Готово с этой стороны, все. Сейчас у них, походу, будет перегрев жесткий. Тебя. Нашел из кулеров-то. Питания. Сгорит сейчас как-то из бокс. Так, окей. Что? А, поднять и держать. Хорошо, кажись, получилось. Хоть маленько, может, зауважаю. О, черт. Вот и ремонтник. Неплохой у него ремонтный инструмент. По-моему, надо бежать. Я люблю парней поменьше. А ставки-то повышаются. Поэтому люблю парней поменьше. Так, ладно. Это все может плохо кончиться. Спокойно. Ты что, вообще больной, что ли? Ты же какой-то конченый. Так, сейчас сломаем и тебя. Все, пора бежать. Хорошо. Так, ну что, начинаем глушить. Я не думаю, что он долго продержится. Или мы. Ну давай, кто кого перевоюет. По-моему, не очень нравится. Отдыхай пока. Вау, достаточно болезненно. Окей, бро. Так, он почти мертвый. Ух ты, какая-то новая штучка. Отлично. Так, ты все там уже? Не надо было слоупочить. Хорошо, отходим. Что-то все довольно печально поворачивается. Ну ладно, терпимо. Так, и теперь. Что ты делаешь? Прекрати. Я тебе подлечусь. Отдыхай. Хорошо, еще один осколок. Готово. Телефон опять. Эй, Делсин, я тут вот о чем подумал. У бойцов Деза бетонные способности. Поглоти силу кого-то из них и пошли домой. А если не сработает, значит ты ошибся, и тоже можно идти домой. Ну, не знаю. Найдите большого агента и поглотите его силу. Кабан? Ой, зараза. Помер. Не успел. Дес налетел со всех сторон. Тогда вали оттуда. Да, гениальный совет.
Мобильный штаб уничтожен. Награды за освобождение района, доступны побочные операции, энергосколки, доступны карты возрождения. То есть все как обычно. Ну и что, давайте на этом заканчивать. Теперь у нас, я так понимаю, открыт весь Сиэтл. И можно, соответственно, заниматься своими делами. И мой финальный вердикт, после того, как мы примерно час сыграли в эту игру, очень даже вкусно. Реально хорошая игра, но на один раз. Слушай, то есть, как и предыдущие игры серии. Случаем не в курсе насчет этих ретрансляторов? Да их понатыкали по всему городу. Полиция Сиэтла за ними приглядывает, потому что Дес так и не объяснил, зачем они нужны. А ты можешь выяснить, где они понатыканы? Ну да, я же сказал. Скинь мне тогда координаты на телефон. Чтобы ты высосал из них новые силы? Обойдешься. Вот оно как. Родной брат хочет, чтобы на бой с ультра-мега-биотеррористкой я пошел не в лучшей форме. Ну, я такого не говорил. Ладно, тогда не буду откладывать. Рвану прямо сейчас к Августине, чего тянуть. А там уж как повезет. Ладно, ладно, хватит. Ты только не лезь к Августине. А я сейчас вышлю координаты. Короче говоря... Ты самый лучший брат на свете. Нет, лучший брат на свете. Запер бы тебя в шкафу в Сэмон Бэй до конца твоих дней. Вряд ли шкаф долго продержится против проводника, но спасибо за заботу. Редж, ты бы только видел. Дес весь город раскурочил. И люди ходят какие-то все пришибленные и испуганные. Это называется военное положение. Чтобы контролировать город, нужно сломить его жителей. Это точно. Они как армия оккупантов. Только не кричи на всю улицу. Короче говоря, вот так вот. Очень красивая игра. В ней, в принципе, неплохой сюжет, хотя и довольно плоский. Но не знаю, как там дальше будет. Скорее всего, выяснится, что это бетонная леди. Она является только верхушкой айсберга. И над ней стоят там еще больше и больше злодеи, как в предыдущих играх серии. То есть сюжет реально тащит. Сюжет интересный, хотя я не могу сказать, что мне симпатизирует главный герой, какой-то совершенно безмозглый. Но, по крайней мере, он такой подорванный, молодой, довольно любопытно себя ведет. У него есть хороший такой брат-противовес, который отличается излишней, по-моему, осторожностью, что тоже довольно прикольно. Я думаю, будет еще много новых интересных персонажей, и, повторюсь, это все у людей может просто быть чувство эйфории, они готовы прощать очень многие недостатки игры за ту графику, которую она выдает. Это реально самая красивая, наверное, игра на сегодняшний день. Вчера я это говорил про Metal Gear Ground Zeroes, но здесь, по-моему, еще больше даже расстарались. Хотя там лицевая анимация, конечно, ощутимо получше. Но во всем остальном эта игра намного впереди. Что же, собственно, до игры? Ну, не знаю. В принципе, довольно интересно. Не знаю, как там будет. Кстати говоря, не просите прохождения этой игры на канале, у меня просто не хватит на нее сейчас времени. Тем более, скоро ее начнет проходить Джек Шепард, так что сможете с удовольствием посмотреть у него. Далеко ходить не надо, как говорится, все свои. В принципе, вот такой первый взгляд. Я надеюсь, вы сложили свое первое мнение по этой игре. Я могу сказать, что она крайне неплоха. Стоит ли покупать ради нее приставку? Ну, не знаю. Если у вас есть приставка, то игра, по-моему, строго обязательна к покупке. В противном случае можете, в принципе, спокойно проходить мимо, потому что ничего особо важного вы тут не потеряете. И на этом все. Спасибо, что смотрели. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.